Очереди, как в больницах, грустно шутят эти люди. Каждую среду и четверг у кабинета 613 в городской администрации столпотворение. Именно здесь принимают документы на оформление приватизации. Сроки бесплатного проведения этой процедуры истекают 1 марта. Но к специалистам комитета по управлению муниципальным имуществом попасть не так-то легко. Приходится отпрашиваться с работы, тратить целый день на простой в очередях, жалуются посетители. Причем съезжается сюда весь Братск. Документы на приватизацию принимают только здесь. Я пенсионерка. Просто далеко живу в Осиновке, неудобно ездить. Из Осиновки сюда приехали? Да. Такси же сюда, в одну точку. Как думаете, во сколько уедете отсюда? Ой, не знаю. Вообще, я думаю, что сегодня еще не попаду. У меня сегодня вот единственный выходной на неделе, в который я могу приехать сюда, прийти вообще. И работаю я не в городе, поэтому вот не знаю, успею, не успею. Весь день здесь проведете? Ну, навряд ли, сейчас крайне вот дождусь и уйду, наверное. Терпения не хватит. Нет, просто дел много. Стоять-то, время терять. Чтобы не терять время, можно доверить сбор документов. Их нужно около десятка из разных инстанций. И сам процесс оформления бесплатной приватизации риэлторам. Но такая услуга для многих не по карману. Захождение по мукам, как всю процедуру назвали в этой очереди. Агенты по недвижимости попросят от 10 тысяч рублей и выше. Лучше уж отстоять день самим, говорят многие. Вот только расписание работы специалистов КУМИ не устраивает. Прием документов всего 2 дня в неделю. Надо все-таки дни прибавить, потому что вот я был в понедельник, во вторник здесь, народу здесь как бы нету. Хотя бы один день можно было сделать на выдачу, а вот вторник на прием дополнительный день. Специалисты отдела жилищных отношений уверяют, многие люди сами виноваты, что приходится стоять в очередях. Бесплатная приватизация шла последние 20 лет. При желании можно было найти время на сбор документов. Некоторых приходится отправлять переделывать бумаги. Нередко в них попадаются опечатки, порой и сами граждане допускают ошибки в составлении заявлений. Если все в порядке, говорят чиновники, заявитель просидит в кабинете не больше 15 минут. У нас и по регламенту положено 15 минут. А если по 30 минут сидят, потому что пишут объяснительные, почему они не были прописаны. То ли забыл, то ли нужды не было. У каждого своя причина, но вот мы сидим и под диктовку пишем. Бесплатно приватизировать квартиру граждане смогут до 1 марта. Что будет дальше, никто не берется предсказывать. Возможно, бесплатную приватизацию продлят, как это было не раз, а возможно, что неприватизированное жилье россиянам придется выкупать у государства. Как бы то ни было, специалисты советуют поторопиться с оформлением документов. Их перечень можно получить в любой будний день. К тому же, вся необходимая информация опубликована на стенде возле того же 613-го кабинета. Со следующей недели, обещают чиновники, процесс оформления бесплатной приватизации будет проще. Все необходимые документы можно будет передавать не только специалистам КУМИ из рук в руки, но и сюда, в Центр предоставления муниципальных услуг. Он также находится в здании администрации. Здесь работает несколько специалистов 5 дней в неделю. К тому же есть отдельный вход с улицы. Андрей Васильев, Сергей Мажитов, Руслан Сидорович, телекомпания «Город».